Евангелие Иоанна 6 главе 5 стихе Иисус спрашивает, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Когда мы знакомимся с Иисусом, в моей жизни, когда я ехал в Акукту, мне кажется, Иисус думал именно об этом. Уксу едет в Акукту. Где мне взять хлебов, чтобы накормить его? Мне кажется, Иисус думал об этом. Пока я 9 месяцев находился в Окутуне, я ни разу не просил у людей еду. То, что я смог выжить в этих условиях, является доказательством, что Господь Бог жил в моей жизни и действовал. Некоторые люди до сих пор говорят, что я якобы присвоил церковные деньги. Но после спасения я никогда не говорил людям о моих необходимостях. Я никогда не намекал даже им. Потому что я видел, как Бог всегда защищает меня. Однажды мы пошли передавать слово. Мы пошли на рынок передавать слово. Затем, после этого, мы вошли в парикмахерскую, чтобы передавать там слово. И мы впервые за долгое время увидели себя в зеркале. Наверное, месяц мы не смотрели в зеркало. И мы увидели, насколько мы иссохшие. Мы были удивлены. У нас не стало силы, и мы вернулись домой. Но то, что я не могу забыть до сих пор, поскольку у меня не было ни одного знакомого, я мог смотреть только на Бога. А также я уповал только на одного Господа. Тот факт, что я не умер от голода, для меня это есть свидетельство. Спустя 9 месяцев нам сказали, что мы поехали в Чангпали. Мне кажется, благодаря тому, что у меня не было мысли, что я умру от голода, я мог находиться в этом районе. Однажды мы пошли передавать слово на рынок. Мы проходили гору, Вы, конечно, простите меня, но мне захотел столит, и поэтому я сошел с дороги. Чуть-чуть отошел от дороги. Я увидел, что там растет малина. Может быть, даже кто-то специально посадил малину там. Но мы ели малину и прославляли Бога за то, что Он приготовил для нас пищу. А однажды я читал Библию. И вдруг появилась вера, что Господь Бог сегодня даст нам пищу. Потом я подумал, а кто нам может дать пищу? Прошло немного времени, и кто-то спросил, а есть кто-нибудь дома? Молодой человек из соседней деревни пришел к нам. И он говорит, в нашей деревне живет девушка по имени Кэпун, ее брат погиб в армии, и солдаты привели его тело. Солдаты пришли с могилой, но старшие деревни сказали, нельзя, мы не можем пустить. В нашу деревню могут войти только живые люди, а мертвые не могут войти. Под деревом поставили гроб молодого человека и ушли. Нужно провести похороны. Обычно старшие деревни проводят похороны. Но они не хотели проводить похороны. У них спрашивают, почему вы не проводите. Старшие говорили, мы знаем, как проводить похороны умерших в нашей деревне. Но мы не знаем, как проводить похороны человек, который умер вне нашей деревни. А вдруг мы приведем неправильно похороны, и мы получим проклятие. Поэтому мы не можем проводить похороны. Поставив гроб, всю ночь молодые люди сторожат его. И время идет, но никто не знал, что делать. Люди в деревне собрались. И начали обсуждать, что делать. Неужели нужно гроб оставить просто под деревом? И вдруг кто-то сказал, «По-моему, в соседней деревне есть служители из церкви. Давайте у них попросим, чтобы они провели похороны». Так они пришли к нам. Когда мы пришли, к нашему радости накрыли стол. А, вот почему Бог дал сердце, что сегодня у нас будет изобилие пищи. Пять раз мы проводили собрание. Мы могли передавать Евангелие многим людям. Знаете, никто не знал, как проводить правильно похороны. Поэтому мы делали так, как нам хотелось. Пели гимны, молились, копали яму, помолились. Потом, когда мы стоим, снова проводим собрание. Пять раз мы проводили собрание. И впоследствии мы там открыли церковь. Мы были удивлены, когда видели, как Бог действует у нас. В 2020 году, в марте, мы хотели провести форум христианских лидеров в Сиэлла в Нью-Йорке. За две недели до начала я поехал в Нью-Йорк. Оставалось четыре дня до начала семинара. Но губернатор Нью-Йоркской области подписал документ, который говорит о том, что нельзя проводить мероприятия, где собирается более 200 человек. Это был период, когда многие люди начали заболевать коронавирусом. Три тысячи человек должны были приехать на наше мероприятие. Мы не могли нарушать устав, который постановило правительство. Если три тысячи человек разделить на 200 человек, тогда нужно в 15 местах проводить мероприятие. Нужно было готовить проповедников, и место для проживания это было непросто. Но мы были благодарны за то, что за четыре дня до начала мероприятия подписан был документ. Потому что если бы все приехали бы, и потом был этот указ, было бы очень неловко. И мы вынуждены перенесли наше мероприятие. Потом было пасхальное собрание. А в мае. мы начали проводить мероприятия совместно с телерадиокомпаниями по всему миру. Один миллиард человек услышали слово. Мы посчитали, что на семинаре один миллиард человек услышали на слово. Даже трудно представить 100 миллионов, но правда была в том, что один миллиард человек слышали слово. И с того момента мир начал меняться. Я был очень сильно удивлен. Вчера я был в посольстве Фиджи. Посол из Фиджи попросил, чтобы я проводил вместе с ним изучение Библии. У нас в субботу очень много мероприятий. А посольство наоборот, субботу выходной день, поэтому попросили субботу проводить собрание. Первый раз я смог провести, а два раза после этого я не смог провести. И вчера я был у них. И посол позвонил мне и сказал, «Я хочу угостить вас обедом. Пожалуйста, приезжайте нам к нам на обед». И я с с супругой, мы поехали на обед к ним. И была очень хорошая еда. Мы ели мясо, и креветки приготовили. Рис был немножко рассыпчатым. Я подумал, наверное, они едят рассыпчатый рис. И поэтому я чуть-чуть поел. Господь Бог изобильно обогатил меня своим благословением. Если я буду таким здоровым, как сейчас, я думаю, может, я смогу прожить до 150 лет. В последнее время я пишу книгу, поэтому встаю в 3 часа ночи. Но я чувствую, что моя голова работает лучше, чем раньше. Не хотя с трех утра я начинаю писать книгу, уже не так себя чувствую, как раньше. Но это только голова. Господь, что вчера, что сегодня, что во век, Он тот же. О чем же мы проповедуем? В Библии. В Кремлянам, 3 главе 10 стихе написано. Нет праведного ни одного. Если мы смотрим только на это слово, то нет праведного ни одного. Если ты говоришь, что ты праведник, значит, ты еретик. Так мы будем понимать слово. Но о праведности мы можем прочитать Библию в трех вариантах. К Римлянам 3 главе 10 стихе написано «Нет праведного, нет ни одного». А в Бытие, Написано «Ной был человек праведный». А даже к римлянам есть слово «праведный веру жив будет». В книге Якова написано «много может усиленная молитва праведного». В одном месте написано, что «нет праведного ни одного». А во втором месте рассказывается, как можем стать праведным. Другими словами, хотя нет правильного, но есть также праведный. А третий вариант описывает, как грешник может стать праведным. В третьей 3 главе 10 стихе написано «Нет правильного ни одного». Если мы смотрим только на это слово – мы, если говорим, что мы праведны, мы, значит, еретики. Вот что говорит Библия. Однако в Бытие написано, Ной был человек праведный. В написано, праведный веру жив будет. Якова 5 главе 16 стихе написано, много может усиленная молитва праведного. Нет праведного ни одного. А с другой стороны, есть праведник. А также Библия описывается, как грешник может стать праведным. Кремлянам 3 глава, 23-24 стих. Потому что все согрешили, лишены славы Божьей. получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Здесь точно написано, как грешник может стать праведным. Если мы знаем все эти три вещи, то, что нет праведного, мы тоже сможем понять. А также мы сможем понять, что вот откуда взялись праведные. А также мы сможем понять, как грешник может стать праведным. Тот человек, который знает слово, который говорит нет праведного ни одного. Для него, если кто-то скажет, что он праведник, он будет еретиком. Но тот, который знает, что нет праведного и что есть праведный, как человек мог стать праведным? Грешник получает прощение грехов и становится праведным. Вот как становится праведным. Как грешник может стать праведным? Мы точно знаем, как можно это сделать. Один известный человек написал книгу, в котором говорится, Я признаюсь, что я грешник до смерти. Писал книгу против нас и говорит, я признаюсь, что я грешник до смерти. Я говорю, хорошо, признался. Но грешник ведь идет в ад. Как Бог может грешников послать в рай? из-за того, что они не знают Библию. Они говорят, что является ересью, если отличается от того, что они знают. Если я говорю, что я праведник, люди удивляются. Они спрашивают, как вы можете быть праведным? Разве вы не грешили? Разве вы не обманываете? Разве вы не делали злое? Я им говорю, я много обманывал, много воровал, тогда у меня спрашивают, как вы тогда можете сказать, что вы праведник? Если мы смотрим только с этой стороны, тогда, конечно, я грешник. Но я говорю, я грешник. Однако Бог говорит, что Он оправдал меня. Он судья. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Разве не так? Тогда люди ничего не могут сказать против меня. Многие люди по всему миру ведет духовную жизнь и начинает прислушиваться к нашим словам. А о чем именно? Знать, кто такой грешник, а также знать, как ты можешь стать праведным, и процесс того становления праведником, и знать, что ты праведник. Когда мы знаем все эти стороны, тогда мы сможем понять эти слова, что значит праведник. Многие люди сегодня верят, что нет правильного ни одного. И зная только эту сторону, становятся теологическими учеными, становятся пасторами. А также они верят, что то, что они знают, это самое лучшее в мире. А если какое-то учение отличается от того, что они учат, говорят, что это ересь. Я также думал, как и они. Но однажды, когда я читал Библию, оказалось не так. Мои грехи прощены. Пять тысяч человек собрались в пустыне. Скажите, разве в пустыне есть магазин пиццы или магазин, где продается еда? Разве в пустыне есть ресторан или столовая? Это ведь пустыня. Там ничего нет. Но Иисус сказал, увидел пять тысяч человек. Где нам взять хлебов, чтобы их накормить? Знаете, я очень люблю есть. Я смотрю на моих друзей, они говорят, что из-за возраста, может быть, у них нет аппетита. Я же в возрасте, мне очень трудно контролировать свои желания. Каждый раз я говорю, я сегодня буду есть поменьше. Но проходит время, я съедаю все. И так всегда происходит. Я думаю, надо сегодня голодать. Из-за того, что у меня большое пузо, Еле-еле я смог уменьшить, так скажем, размер пищи. Но когда я вчера я был в посольстве Фиджи, посол всем сердцем при... накрыл стол. Да кроме кимчу было все. Я думал, надо есть поменьше. Я кладу ложку, чтобы перестать есть. Но потом смотрю, я сам не замечаю, как продолжаю есть. С возрастом вы перестаете хорошо контролировать себя. Хотя в молодости я не был таким. Но такой я человек. Однако Иисус со мной. И это меняет все. О, я боюсь, что у супак может наесться. Есть Иисус, который заботится обо мне. Здесь собралось много людей. Где нам взять хлебов для них? Сейчас пандемия коронавируса. Не могут проводить большой библейский семинар. Во время Пасхи Мы снимали помещение, большие спортивные комплексы, чтобы проводить пасхальные собрания. А правительство в этот раз запретило нам проводить подобные мероприятия. И нельзя в такую ситуацию проводить из-за пандемии. И я думал, как же нам быть? В стадионе собирается собираются ну, максимум 20 тысяч человек. А в этот раз собралось 100 миллионов человек. Хотя это правда, но мне не верилось. Во время прошлого семинара из Хуанчжу собралось 30 журналистов для того, чтобы взять у меня интервью. Во многих телерадиокомпаниях я давал интервью. И один журналист сказал 30 лет тому назад, пастор, я читал вашу книгу и свидетельствовал, как он изменился. Я был благодарен за это. Мне хотелось немножко дольше поговорить с ним, но из-за того, что был занят, не мог с ним дальше беседовать. Но когда я вижу, как Господь Бог действует, для меня это удивительно. В Нью-Йорке мы хотели собрать 3000 человек, провести форум христианских лидеров. Но во время семинара слушало 1 миллиард человек. Сейчас называют цифру 1 миллиард человек. Эту цифру мы получили, сложив зрителей телерадиокомпании. По 90 минут я передавал слово 11 раз. Этих зрителей нужно умножить на 11. И поэтому тех, которые хотя бы раз посмотрели, действительно один миллиард человек. Мы давали интервью разным телерадиокомпаниям. Мне казалось, что все это снится. Как это может быть? На самом деле, я раньше очень много колодал. Поэтому, наверное, я люблю так есть. Когда я вижу что-то вкусное, мне хочется есть. В последнее время, из-за того, что я хорошо поправился, я считаю, что надо немножко похудеть. После моего рождения. Конечно, сейчас мне еще нет 80. Но пока я жил, Господь Бог благословлял меня. Когда я открываю шкаф, я вижу, у меня много одежды. У меня на столе есть множество книг. Есть много еды. Я очень благодарен за ту жизнь, которую дал мне Бог. В этом году вид нашей горы, за нашей молитвенным домом, очень красивым был. Было красиво, когда были цветы, но и лес стал очень красивым. И наш молитвенный дом казался мне таким красивым. Брат Куньок Чин планировал. Представляете, у нас такой большой зал, но посреди нет столбов. И над нами сейчас стоят десятки машин. Я сначала думал, можно ставить машину? Действительно ли все будет нормально? Недавно приезжал эскалатор и сказал, можно ли ставить сюда такую большую машину? Сказали, все хорошо. И действительно мы работали. Бог тоже дал такой хороший молитвенный дом. На третьем этаже в подвале. Так прохладно. Кажется, как будто включили кондиционер. И воздух очень свежий. Когда я нахожусь у себя в кабинете, мне так хорошо. Я приезжаю сюда до восьми утра. С восьми часов два часа я провожу занятия с братьями песенской школы потом записываю проповеди, и потом два раза я пропов... записываю. И братья и сестры потом приезжают, чтобы общаться. Вы не представляете, как пресвикторы заботятся обо мне. Чтобы куда-то ехать, мне нужно получать от них разрешение. Если они не дают разрешения, меня не пускают. И говорят, пастор, нужно быть осторожным. Нельзя заболевать коронавирусом. В прошлый раз я сказал, что у меня температура. И все пресс были взволнованы. Когда я вижу, как Господь Бог защищает нашу церковь, я благодарен Богу. Из всего мира служители отправляют свидетельства, как пастора получили спасение. И мне кажется, как будто я нахожусь в слове, которое написано в Евангелии Диоанна шестой главе. Когда пять тысяч человек пришли к Иисусу, Иисус думал, что им есть. Он думал, как же они будут возвращаться домой. Он размышлял об их сердцах. Мы можем увидеть, как Иисус заботится о них. В Гангамской церкви ведь мы не видим, чтобы Иисус действовал. Вот представляете, если кто-то скажет, что вот вчера рано утром был Иисус в церкви, тогда все ведь придут. Если кто-то скажет, что вот на конференции был Иисус, тогда все придут на конференцию. Среди нас нет ни одного, который живой видел Иисуса. Однако деяния Иисуса же в церкви очень много. На что бы мы ни смотрели, ни что бы мы ни делали. Очень было жалко, что в этот раз мы не смогли провести конференцию в Нью-Йорке. Да, через СЛФ многие служители менялись. Кореи говорят, что скоро прекратится коронавирус. Но ситуация все ухудшалась, ухудшалась. И поэтому люди считают, что эта ситуация продлится надолго. И правительства всячески пытаются бороться с коронавирусом. И также они ограничивают деятельность церкви. И мы тоже согласны, что нужно остановить ситуацию с коронавирусом. Поэтому мы вынуждены следовать указу правительства. Когда вы выходите из молитвенного дома, не уходите толпой. Соблюдайте дистанцию. Надевайте маски. масках ведь так неудобно. Но все равно нужно их надевать. Нужно соблюдать социальную дистанцию. Да, но как быть дальше? мы начали проводить майн тренинг И все идет в режиме онлайн. Я спрашиваю, сколько сегодня было человек? Говорят, служителей было 4280 человек. 4280 человек приходят на изучение майн образования. Сестра Ким Юнок иногда отправляет мне письма. Когда мы проводили майн-тренинг, в прошлый раз я снимал видео у нас дома, Моя супруга, она посадила деревья в нашем доме. Мне кажется, моя жена очень любит растения. Я не очень красивый, поэтому я их поставил за собой. И сестра Ким Юнок сфотографировала меня и отправила мне. Она говорит, что она тоже проходит тренировку у майн-образования. И ее попросили, чтобы она отправила фотографию, которая подтверждает, что она проходит занятия. И поэтому она отправила фотографию. Я не знал, но оказывается, требует, чтобы фотографии отправляли. Более четырех тысяч человек слушали мое слово. понедельник или во вторник, с 7 до 9 мое время. И мне не о чем было говорить. Поэтому я попросил, чтобы люди свидетельствовали. Свидетельство братьев и сестер было намного дороже, чем мое слово. Я был так впечатлен. Оказывается, наши братья и сестры так внимательно слушают слово. И все хотят быть майндлекторами. Нам действительно нужно 4000 человек, профессоров, учителей, и поэтому мы их тренируем. Потом будем учить их английскому, французскому и местным языкам Кении. Конечно, как они могут все поехать? Да, если вы знаете английский язык, я говорю, езжайте. И нам нужно отправлять людей. Когда мы отправляли миссионера Кимбомсо в Бразилию, он не имел ни одного знакомого в Бразилии, не знал ни одного слова на местном языке. И он меня спросил, как ему ехать? Я сказал, садись в авиакомпанию Нужно будет 30 часов лететь до Бразилии. Когда ты сделаешь пересадку в Лос-Анджелесе, ты будешь уже лететь в Бразилию. Из Лос-Анджелеса до сан фаула нужно 16 часов лететь. А от Сеула до Лос-Анджелеса 13 часов. Очень много времени нужно долететь. Получается, что это почти вокруг света один раз ты пролетаешь. Поэтому я ему сказал, садись к компании а Air. И до Сан-Паулу нужно будет лететь примерно 29 или 30 часов. И в самолете ты проповедуешь слово. Большинство из них будут те, которые живут в Сан-Паулу. Когда ты передашь слово, если они получат спасение, то так открывает церковь. И он поехал в Бразилию, не зная ни одного слова на местном языке. Так мы отправляли миссионеров. Сейчас он стал выдающимся миссионером Бразилии. И какой бы стране не были бы, они сильно становятся лучшими. Потому что Христос действует в них. Вы живете просто своей жизнью. Сегодня утром сестра свидетельствовала. Я ее не знал, но слушая ее свидетельство, смог узнать ее. Господь Бог вел, чтобы мы не могли не верить в Бога. Несколько раз к сестре приходило отчаяние и говорил о том, что с твоим мужем все покончено. Мы вместе молились за ее мужа. И сегодня, видя фотографию ее мужа, я был так благодарен. Господь Бог, Он живет среди нас и действует. Когда мы знаем об этом, Он действует. И даже когда мы не думаем об этом, Господь Бог живет среди нас и действует. До того, как люди пришли, Иисус уже думает, где нам взять хлебов, чтобы их накормить. Когда я читаю подобное слово, оно утешает мое сердце. А что, если я состарюсь? А что, что? Иисус ведь с тобой. А что, если я умру? Но умрешь, будешь царством небесным. Когда я познал нашего Господа, неважно, я помню об этом или не помню, смотрю на Него или не смотрю, сплю я или не сплю. Наш Господь действует среди нас и проявляет свою силу. У всех у вас. Я 9 месяцев жил в Акуктоне. Там я встретился с Богом. Я ясно смог увидеть, как Господь Бог живет и действует в моей жизни. Как в этих лесах Бог кормил меня. Как Он являл себя в моей жизни. Как Он вел меня. Спустя 9 месяцев я поехал в Чангпали. Я в Чангпали жил полтора года. Где-то за два или три месяца до того, как мы отправились в Чанпали. сестра Сон Суль получила спасение. Я переехал в Чанпали. Не было человека, который в не может вести церковь. Я переехал после того, как сестра Сон поехала продавать вещи. Она вернулась после торговли к нам домой. И увидела, что кастрюлю, которую я использовал, нет дома. Ей казалось, что небо рухнуло. На следующий день она пришла в Котчан. И там открылась ярмарка. И я тоже там проповедовал слово, и мы встретились. Мы сели у дерева и начали общаться. Я думал про себя. Как эта сестра может вести духовную жизнь? Я думал. Затем я решил. Сестра, я переехал в Чангпали. Поэтому с этого дня, сестра, вы собираете людей и проводите церковь. Она сказала, я не могу. Я сказал, надо нужно проводить. Она сказала, не могу. Мы начали ругаться. Я спросил, сестра, вы пронебрегаете мной, потому что я моложе, чем вы? Она сказала, нет, нет, о чем вы говорите? Конечно, я не пренебрегаю вами. Я сказал, ну если человек Божий говорит, почему же вы отказываетесь? И эта сестра начала вести церковь. Однажды вечером я приехал к ним, и через окошко смотрел, как она ведет церковь. Она на обратной стороне календаря написала гимны и учила детей. Да, слова вроде бы те же, а мелодия совсем другая. Затем она передавала слово. Я слушал ее слово. Я думал, так нельзя. Зря я сказал, чтобы она передавала слово. Потом я вечером сел в последний автобус и вернулся домой. Человек, который не может вести церковь. Но она сказала мне, Пастор, я жила в Японии, и поэтому я плохо говорю по-корейски. Я очень плохо говорю по-корейски. Да, действительно, она плохо владела корейским языком. Но через нее очень многие люди получили спасение. Многие люди изменились через нее. Многие освободились от бесов. Люди получили спасение. Мне казалось, что она подобна ангелу. Знаете, я сердцем любил эту сестру. Потому что она была драгоценной дочерью Господа Бога. Эта сестра получила спасение через меня. И это первый человек, который получил спасение через меня. И для меня она была очень ценной. Когда она умирала, я не знал об этом. И меня не было даже на похоронах. Из-за этого мне было очень обидно. Она жила в Пусане с детьми, и, и она умерла. Прошло 10 лет, как ее не стало. Однако это была очень прекрасная сестра. Она просто передавала Евангелие. Когда мы смотрим, кажется, что она говорит ерунду. Кажется, что так нельзя передавать слово. Однако люди получались через нее спасения. Люди менялись. Через нее появилось много служителей. Людей исцелялись от болезней. Она стала действительно драгоценной дочерью Господа Бога. Я могу описать ее такими словами, что это святая дочь Господа Бога. У нее было очень чистое сердце, и она думала только о Евангелии. Ее муж был незрячим. Он так верил в себя, что никогда не открывал рот перед нами. Однажды я пришел к ним, я спросил, есть кто дома? Знаете, он сидел в комнате, да, и метр от двери, и метр к стенке, да, и целыми днями мог так сидеть. Но когда я пришел к ним, он вдруг закричал, «Евангелист, вы здесь!» и выполз из комнаты. Потом начал свидетельствовать. За ночь перед этим днем был дождь, и комната начала наполняться водою. Он незрячий. Рядом никого нет, кроме детей. Он обнял ребенка и пошел в одной комнату, в другую. Вода становится все больше и больше. И он впервые начал призывать имя Господа. И я сказал ему плохие слова. Я сказал, что грешник Бог не слышит. И вечером он подумал, наверное, из-за меня мои дети погибнут. Ему стало очень страшно. и где-то на 10 сантиметров комната заполнилась водой, и он начал плакать. Потому что даже если он закричит, люди не услышат, потому что дома находятся далеко друг от друга. Он не видит. Но прекратился дождь, и вода начала рассекаться. И на следующий день, когда я пришел, тогда он закричал, я говорил, что вы здесь, вы здесь. И в тот день он получил спасение. Хотя мы не знаем, но Бог приготовил эту сестру. Бог сделал, чтобы многие люди через нее получили спасение, чтобы люди освобождались от бесов, чтобы она молилась, Если, например, 100 домов в этой деревне, тогда 30 из них, они молятся разным богам. Мне кажется, это самая суеверная деревня в мире. Однажды мужчина проснулся ночью, и вдруг он сказал, да, и куда-то вышел. Вышел на улицу, и вышел не через дверь, а перепрыгнул в забор. То есть бес начал вести его. И его искали все жители деревни. Не смогли найти. А потом рано утром увидели, что он оказался в реке и умер. Один человек снова исчез, его искали, Он повелся на дереве. В этой деревне, если рождаются поросята, то свинья съедала всех поросят. Поэтому братья и сестры, которые получили спасение, они волнуются, когда появляются поросята. И они не знают, что делать. Получили спасение, поэтому не могут принести жертву. И тогда приглашали сестру, чтобы она помолилась за них. Она хотела к свиней, молилась молилась за поросят, и тогда поросята -то выживали. Вот такая деревня. Там я встретился с Богом. Да, конечно, я получил спасение и встретился с Богом, но в Чангпале я смог ближе узнать, кто такой Бог. Я смог научиться, как нужно служить Богу. А также я увидел, что Бог живет в моей жизни и действует. Когда мы думаем, для меня, который ничего не знает, Господь Бог готовит хлеб и действует. И чем я больше размышляю об этом, у меня есть большая благодарность. Иисус спрашивает, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Мне кажется, до сих пор Иисус говорит. Сейчас из Казахстана мне сказали, что служители и братья и сестры заболели коронавирусом. Мы молимся за них. Интересно, а что Иисус скажет? Иисус ведь знает эту ситуацию. Ого, заболели коронавирусом. Нужно их вылечить. Вот что говорит Иисус. Ведь с нами Иисус. Я благодарен Господа Бога за то, что Он защищает нас от коронавируса. Я благодарен Бога за то, что Он всегда вместе с нами охраняет нас. Живя в этом мире, раньше я был очень голодным. Сейчас я благодарен за то, что Бог изобильно обогатил меня пищей. У меня есть кабинет, живу в очень хорошем доме, передаю Слово. Многие люди получают спасение. У меня есть огромная благодарность. Миссионер Чан, который служит в Израиле, он говорит, что на иврите, если смотреть Библию, тогда скоро приблизится день, когда придет Иисус. Но даже если Иисус придет, я буду благодарен и благодарь, если он придет чуть позже. Потому что я вижу, как Господь Бог по своей силе действует в нашей жизни. Хаан из Лесоту, у нее обнаружили рак костей. Это дочь миссионера. Она не может приехать сейчас и в Корею. Нужно молиться за нее. Отправили снимки рентгена. И наш директор Ким Су, больницы, увидев эти снимки, сказал, что это рак костей. И Виктор Ли, который работает с стоматологом, посмотрел и говорит, что это рак костей. Это маленькая девочка. Я сказал, давай будем вместе молиться. Сейчас я так благодарен, что у нас есть интернет. Да, я не могу ее увидеть живую. Когда я слушаю эту историю, представляете, как больно на сердце. Но мы могли увидеть фотографию. Мы могли через видео увидеть ее фотографию и лицо. И я мог молиться за нее. Я был благодарен. Мы общались, я молился. Я сказал ей, «У нас есть Господь Бог, и как это хорошо! Бог тебя защитит!» Бог защитит тебя. Она такая простая. Она сказала, да, пастор. Это всего лишь маленькая девочка. Но когда я думаю, что Господь Бог исцелит ее, у меня есть большая благодарность. Если бы не было бы Бога, если бы мне нужно было взять все это на себя, то вы представляете, как мне было тяжело и больно. Но я это поручил Богу. Я молился, просил, чтобы Бог исцелил ее. Я закончил молитву. Мы сказали «Аминь». И она сказала «Аминь». Что значит «Аминь»? Закончилось. Бог услышал. Теперь, как же Бог будет исцелять ее? Я вижу, как каждый день Господь Бог действует в нашей церкви. Я нахожусь среди деяний Божьих. Говорю о Библии, общаюсь, болюсь. И так проходит день. Приходит новый день. И кажется, что Бог действует. А я всего лишь делюсь Богом. Человек, который продает лапшу, он продает лапшу. Человек, который продает арбуз, продает арбуз. А я продаю Господа. Другими словами, я делюсь Его милостью. Я рассказываю о Его деянии. И когда это сердце входит в сердце других людей, Бог действует и в их жизни. Даже у такого слова человека, как я, Бог действует. Даже у такого, как я, Бог действует нет причины, чтобы Бог не действовал у вас. Я благодарен Богу за это. Мы сможем победить коронавирус. Мы победим коронавирус. Мы победим Бога. Конечно, сейчас еще нет вакцины от коронавируса. И мы не знаем, что делать в такой ситуации. Конечно, нельзя вести, как попало себя. Нужно надевать маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. И нужно соблюдать дистанцию друг с другом. Потом, когда закончится пандемия, будем близко садиться друг к другу. Но мы продолжаем славить Господа Бога. Мы молимся, и мы передаем слово со стороны правительства. Просят, чтобы не приближались друг к другу, соблюдали дистанцию. Да, кто-то говорит, что есть сильные ограничения для церкви. И мне кажется, это действительно отчасти правда. Но поскольку в церкви собираются люди, поэтому, думая о церкви, мы говорим, давайте будем следовать, да, следовать за их руководством. По возможности, мы применяем все меры безопасности. Но Господь Бог вместе с нами. Конечно, из-за того, что Бог с нами, это не значит, что надо встречаться со всеми. Но мы делаем это. С другой стороны, Бог, всемогущий Бог, с того дня, как я получил спасение, когда я жил в Акуктонге, когда я жил в Чампали, когда я служил в городе Кимчон, когда я жил в городе Тегу, невозможного по-человечески было очень много. Но каждый раз Бог давал дом, давал пищу. И Бог так сделал, что я не могу отрицать, что Бог был с нами. Когда рождался мой сын Йонгук, где-то в 7 утра, представляете, одна сестра пришла к нам домой. Я даже не помню, почему она пришла. Она пришла, чтобы пообщаться с моей супругой. И она удивилась, когда увидела, что моей жены начались схватки. Она сказала: Жена я работала медсестрой в больнице Пусани. И у меня есть право быть акушеркой. Пожалуйста, подождите немного. И она куда-то побежала, я даже не заметил, как она бежит. Она была дома и принесла сумку. Когда она пришла к нам, сразу родился мой сын Янгук. В тот день я очень много плакал. Такой Господь Бог вместе со мной. А я не верил в Бога. Мне казалось, что Бог испытывает меня. Ты хочешь верить в меня? Знаете, момент отчаяния. А вдруг родится ребенок, что делать? Но в тот день я узнал, что у беременной матери приходят, так скажем, сигналы. И чем чаще чаще этих сигналов, тем сложнее. Я не знал, почему же Бог послал эту сестру к нам? Но когда родился Йонгок, сестра куда-то побежала, купила рыбу, купила рис, морскую капусту, купила говядину. И в 11 часов дня мы завтракали. Когда я смотрю на моего сына, я говорю, что он сразу с рождения накормил меня. Когда мне было тяжело, никогда Господь Бог не игнорировал мною. Я же отворачивал мое лицо от Господа Бога часто. У меня была неверие к Богу. Я был неверным слугою для Бога. Бог же был не таким. Чем больше времени проходит, я видел, как Господь Бог действует. Если вы будете уповать на Господа Бога и жить, вы сможете увидеть, как Господь Бог любит вас. И постепенно ваша вера в Бога будет укрепляться. И вы сможете погрузиться в любовь Господа Бога. Никто из нас не знает, сколько нам осталось жить на земле. Хотя мы не знаем. Но через 10 лет, может, среди нас некоторых уже не будет здесь. Пройдет 20 лет, и таких людей будет еще больше. Пройдет 30 лет а пройдет 50 лет, и многих из нас уже не будет здесь. 50 лет пролетят быстро. Жизнь на Земле очень короткая. Бережно экономя то время, которое у нас здесь есть, мы славим Господа Бога, будем служить Богу. Я желаю, чтобы в Царстве Небесном мы прославляли Господа. Из-за того, что вы глазами не видите Бога, не нужно расстраиваться. Не переживайте. Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Тот, который верит в это слово. Эти слова услышал Филипп. Но Иисус до сих пор, он заботится о нашем будущем. Он заботится о завтрашнем дне нашем. Он готовит нашу старость. Он думает о том, что будет, когда вы будете в возрасте. И то, что он приготовит, намного лучше, чем то, что вы приготовите. Он прекрасным образом готовит, действует. Через то, что Бог приготовил, у меня есть большое счастье, благодарность и радость. И не только у Супака, но для каждого из вас. Наш Господь Бог не отдыхает, Он действует. Просто мы не видим глазами. Я желаю, чтобы вы верили в Господа. Тогда я верю, что Господь Бог даст вам большую радость.